для удобства. Положи под шейку дохлого котейку. Лет я сюда стремился. Археологический клуб на раскопках в Туве, в долине царей. Когда-то это было какое-то вот, какое-то сооружение с какими-то, ну, это все странно звучит, когда мы говорим про там, степь, про курганы. Это все-таки какая-то внутренняя архитектура. То есть все это делилось на какие-то, были какие-то платформы, какие-то стены. То есть все это выглядело как такая сложная многочастная структура. В целом можно девушкам присоединиться к именно расчистке камня, да, ну, то есть, вот, условно говоря, вот из этого должно получиться вот что-то такое. Угу. Прям можно повыносить стену, мне кажется. Там, да? Есть они красная... специально просили камни потяжелее. Камни потяжелее. Ты скиф или викинг? Викинг. Викинг. Из 6-го сезона к вам пришел. Все, спасибо. Идем на костей. Там очень красиво, да. Сегодня был первый день раскопок. И это было интересно. На улице
35 градусов жары, спрятаться негде. На обед прятались за палаткой, разбирали сегодня с парнями стену. И там нашли немного костей. Девчонки сегодня зачищали камни, снимали первый слой земли до камней. Вот, было интересно, но жарко. Посмотрим, что будет дальше. Паша, мы куда идем? На раскоп. Мы идем туда, где не было людей 3000 лет. О, какая. Сегодня зеленый чок. Да. Он как панк. Сегодня день второй. Температура такая же, 35-36 градусов. Вот. Мы на жаре что-то немножечко подвтухли. Вот. Но ничего, доработали нормально. Вот. Хотел сказать, что мы уже вливаемся, что становится уже легче, не становится легче. Вот. Копаем, разбираем, камни таскаем, откапываем. Опять нашли немножко костей. На жаре. Как на сковородке, вот, печешься целый день, и это прям вот трудно. Ну, сейчас ходили в баню, кайф прям. И вот речка рядышком покупались, прям вот супер заряжает, и после речки прям жить снова хочется. Вот. Так что второй день продержались. Дорожки, там видно, что туман поднимается. Да, вот последний этап. Я криво режу. А сегодня финит. Марина смелее. Я вот а сразу берет правильно. Ты не. Марина. Очень Кухня. Сладкий. Кто выбирал? Два сладких. Осенью желтый вокруг различусь. А ты чего тут стоишь? На дождик смотрю. Точно, дождик. Хороший дождь, пиздец. Идем на гору Первомайская смотреть шаманский... Как это называется? Шаманское капище. Просто шаманскую кучу костей. Да, наверное. А там грозовой фронт. Вот сюда идем.
правящей семью. У вас там все нормально? У меня на ноге бой мухи с бабочкой. Кто побеждает? Ну. Ставлю на бабочку. Если они обе смешают твою ногу. Уважают, ты сказал, мою ногу? Так, чокнемся. Раз, два, три. Сегодня мы поднялись на гору Кашпей. 1100 метров ее высота. Идем обратно. Там гром. Приятно? Приятно. Прохлада. Прохладно. Полегче. Природа. Палящая. Простите. Мазохист. Сейчас был ливень, залило весь раскоп.
Будем сейчас устраивать соревнования на самое красивое падение. Я уже два раза упал. Ой, жутко. Страшно. Но красиво. Сегодня у нас неделя раскопок. Хотел поделиться впечатлениями. Живем мы вот в этом лесу. Там чуть-чуть видно тент наш красный. И там стоят наши палатки. Лагерь прикольный. В общем, там есть палатка синенькая, голубая, которая меняет цвет. Вот, в ней проходят лекции, просмотры фильмов. Вот. С той стороны шикарная кухня, в которой нас очень вкусно кормили. Вот, прям... Лариса прям молодец, очень вкусно готовила. Вот утром был домашний творог, сметанка домашняя. Вот, на обед нам приносили вкусные всякие супчики. Вот, сегодня была окрошка, блин, прям мечтала об окрошке. Вот, и ужины, классные, вкусные ужины. Юрта, в которой работают. Вот, что еще рассказать? Еще есть баня. Баня и речка. За неделю мы тут уже так освоились, так классно стало, так хорошо. Мы уже разобрались, что делать. Стали мастерами по катанию тачек. Научились работать с крепком, лопатой, вот, кувалдой разбивать огромные валуны, камни. И это классно. Появилась какая-то уверенность, что мы понимаем, что мы делаем. В общем, это мои первые раскопки в жизни. Вот, и я очень рад, что они были именно здесь, в Туве. Вот. Классно. Прям уже какая-то грусть, что скоро уезжать. Оп. Так, Влад, спасай. Перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Дай мне мячик. Мячик. Марина, ты что делаешь? Кости ищу. А, хорошо. Друзья, мы можем продолжить. Тяжеленький такой. Влад, как дела?
Друзья, давайте соберем рыхляк и пойдем домой. Вы как-то так грустно стоите и прощаетесь. Грустно, да? Уже начинается накатывание. Влад, ты так задумчиво стоишь и грустишь. Прощаешься с раскопками. Что ты сейчас испытываешь? Гордость, радость, грусть, тоску? Гордость, радость. Весь спектр. А сейчас как будто как ком в горле. Идем. Обычно мы когда идем с раскопа, все такие говорливые. Что-то болтаем, обсуждаем, песни поем. А сейчас что-то идем и молчим. Молчим от того, что какие-то такие эмоции, чувства переполняют. От того, что что-то хорошее закончилось. Вот. Ну, классно, что это хорошее было. Вот так. Ох, ничего себе. Интересно, это бутинечка или нет? Это ты бабочка? И бражник. Трактор уезжает в закат. И мы уезжаем.